Вашему вниманию тема Марты «Азарт победителей». Отец Абсолют читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодняшнее мое послание будет посвящено последним событиям на вашей планете. Вот и наступил, мои дорогие, тот самый переломный момент, который должен решить судьбу вашей планеты. Как уже не раз говорилось в моих посланиях, очень важно, чтобы люди ощутили вкус своей собственной победы, а не привнесенной извне кем бы то ни было. Только так они смогут начать строить новую жизнь, исходя из своих собственных идеалов, тех, которые служили основой их существования испокон веков. Как видите, несмотря на все усилия глобалистов, правда все же сумела пробиться сквозь толщу лжи, льющуюся с экранов телевизоров и из всех подконтрольных им официальных средств массовой информации. Произошло это благодаря смелым и отважным людям, врачам, юристам, журналистам, да и просто честным и порядочным блогерам, которые, несмотря на шантаж и угрозы, всеми доступными им способами доносили до людей истинную информацию о происходящем. Но немалая заслуга в этом и простых людей, которые сумели переломить шаблоны в своем сознании и, избавившись от общепринятых жизненных стереотипов, начали смотреть на мир другими глазами. Это та часть населения, которая сумела пожертвовать своими привычками, удобствами, комфортом во имя обретения свободы и сохранения чувства собственного достоинства. И если в самом начале движение за свои права было малочисленным, то сейчас оно охватывает уже десятки миллионов людей. Поэтому теперь можно с уверенностью сказать, что планы глобалистов полностью провалились. И все ставленники мирового правительства начнут один за другим покидать свои высокие посты уже не по своей воле. Но мне хочется, родные мои, чтобы азарт победителей не сыграл с вами злую шутку, чтобы вы не испытывали к поверженному противнику чувство злорадства и не жаждали его чтобы вы не испытывали к поверженному противнику чувство злорадства и не жаждали его крови. Сейчас очень важно удерживать на высоте ваши собственные вибрации, не опускаясь до негативных энергий, которые утянут вас назад в трехмерность. Так как же вам относиться к тем, кто принес человечеству столько горя и страданий, кто привел к болезням и смерти миллионы людей по всему миру? Снова, каким бы странным это вам ни казалось, но вам следует относиться к ним с пониманием. Большинство из них не люди, а существа с другим психическим и энергетическим строением, с другой чакровой системой. Любовь и сострадание неведомы им в силу самого их происхождения. Это все равно, что сердиться на хищников за то, что они питаются другими животными, хотя ведь это заложенный в них изначально природный инстинкт. То же самое происходит с дракорептилиями и орионцами. Они питаются негативными энергиями людей, поскольку другие энергии им не по зубам. Эти существа не знают другой жизни, других моральных принципов, кроме власти, жадности и контроля над людьми. Так работают заложенные в них программы, в соответствии с которыми и угнетают они людей на Земле на протяжении тысячелетий. Но теперь их власти пришел конец. Земля и лучшие представители человечества переходят в новое измерение, в котором ваши поработители уже не смогут существовать в силу своей низковибрационной природы. Все происходит по божественному сценарию,
И пусть радость вашей победы не омрачат негативные мысли и эмоции по отношению к побежденным. Отныне они пойдут своей дорогой, а вы своей. Но что вам обязательно нужно сделать, так это извлечь уроки из того, что произошло с человечеством, позволившим нелюдям захватить власть на вашей прекрасной планете, и больше никогда не допустить подобного развития событий. Теперь вы энергетически подкованы, и я верю, что вы сумеете отличить правду от лжи, искренность от лицемерия, бескорыстие от жадности. Будьте бдительны, родные мои, но ни в коем случае не мстительны, поскольку это не принесет вам ни пользы, ни морального удовлетворения. Благословляю вас и люблю безмерно. Отец Абсолют говорил с вами. Приняла Марта. Вы прослушали тему «Азарт победителей».